Привет, друзья, с вами Трубанчик. И такое небольшое видео. Узнал, что открылись продажи в боновом магазине. Так, магазинчик, идем. Боновый магазин. У меня как раз 16 тысяч бонов. Мне этого, по идее, хватает на два танка премиум. Танка 8 уровня. Я, в принципе, думал. Десяточку какую-нибудь взять, но потом почему-то я решил, ну а почему бы не взять два премиум танка себе, как бы для фарма, для прокачки экипажа, вообще неплохо, да? Вот, ну а так, смотрите, 15 тысяч бонов М60, потом 15 тысяч бонов 121Б и 12 тысяч бонов ВВ215, тоже неплохой, в принципе, ну так как, неплохой, акционный. Его просто не найти, да? Пу-пу-пу. Поэтому, а я решил взять, короче, себе лучше два премчика. Не хватало 5 бончиков, сгонял еще боек. В общем, решил я взять себе гвардейца и Т-26Е5. Потому что гидростат есть, на черном рынке его взял. Муц есть. Т-34 за Курскую дугу давали, или как там Курская дуга была, что-то такое, да, у нас. Тоже получил и с камуфляжем вместе. А САУ, это же вот недавно был марафон, да, на нее, тоже есть. Как бы француз, ну, может быть, и по приколу, конечно, этот другой стиль его, но, как бы, Млешка тоже есть за рефералку, поэтому. Поэтому мой выбор гвардеец. И Т-26Е5. Посмотрим, возьму. Ну а почему два према на халяву? Почему бы не взять, да? Берем, да? Покупаем. Та-дам! Один. Единственное, конечно, что они же будут меняться, да? И, может быть, конечно, не стоит брать. Да, накоплю. Просто хотелось бы, наверное, ЛТшку лучше взять. Как там она, советская, которая 134 ЛТ или как-то, забыл, как называется. Но она их премию продает. Ну, короче, может быть, и зря сейчас все трачу, но пусть будет. Да? Берем еще один прем. Все. Мне кажется, в принципе, неплохо, да? Как бы, ты играешь, но это для тех, вот, ну, зато ты не донатишь. Правильно, что у тебя появляется премиум танк, на котором ты можешь зарабатывать себе серебришко и все прочее, не задонатишь ничего, кроме своего времени, да? Время, за которое, ну, ты же играешь в игру, ты получаешь удовольствие иногда, да? Поэтому, ребятки, как-то так. Вот такой небольшой видосик. Танки за бонус, да? Кто еще не знал, просто вдруг кто не знал об этой новости. Я вот тоже случайно что-то не заходил, не смотрел новости, а потом, опа, открылись продажи танков за боны, поэтому и такой маленький записал. Все, ребятки, всем спасибо, пока-пока.